Вот ваше расщепление. Вот вы видите, да, лезвие сквозь слизистую. Если поднять слизистую, не видно, да? Не видно? Нет, если слизистую поднять, не видно будет. Мы не поднимем так. И потом. Риск очень большой. Перфорировать просто слизистую, там дырка будет. Угу. Так удобнее. Вы контролируете. Все, что вы можете визуально контролировать, это однозначно в хирургии лучше, чем то, что вы не можете визуально контролировать. Сейчас мы делаем очень простую вещь – деэпителизацию сосочков. Еще такие немножко нам мешают делать это аккуратно и красиво, поэтому мы сделаем это в другую сторону. Да, уже там сейчас я туда и пойду. Угу. Я все обработаю. Обязательно влажным тампоном лоскуты постоянно обрабатываются, потому что в парадонтологии нельзя, чтобы лоскут пересыхал. И он должен быть постоянно влажным. Даже вот если когда-нибудь любопытствуете, зайдете где-нибудь, посмотрите на каких-нибудь сью-роликах, всегда в руках у ассистента влажный физраствор с мощными там антиоксидантом, потому что нравится тампон. Работаем поверхность корня, межзубные пространства. А в данном случае это кератогрейсия, зона специфически фирма-производитель их Дивпелье, Швейцарии. Инструменты очень хорошие, высокого качества. Ну, если честно, Хьюхриди они не уступают. Хотя я начинала работать на Хьюхриди. А потом нашла в литературе, что, оказывается, Дипелье сделано было раньше, и придумал он это все раньше, чем американцы. Но они, к сожалению, утратили вот на рынке свои позиции в свое время, и сейчас, конечно, с трудом восстанавливают их. У них есть перед Хьюхриди одно большое преимущество – они продают управляемую точилку, которая может поточить керету сами. То есть доктор берет, выставляет угол по схеме. Там очень просто, там и ассистента можно научить это делать. И... что-то. Это тоже не всегда, наверное, возможно. А кереты тупятся очень быстро. Немножко поширилась. Все, да, наверное. Соберите пока, да, Ларис? Не, здесь не надо, вот просто соберите свёнку. Вот там, в уголке.
Можно закрыть. Она срезает часть поверхности цемента, тем самым удаляя контаминацию микробную и освежая, да, ее, адаптируя к лучшей адгезии к нашему лоскуту. Мы сейчас помоемся, пополируемся и посмотрим, насколько... Здесь мы работаем только на зоне цемента. Абразию в области клыка я убирать не буду и пломбировать тоже, хотя европейцы предпочитают делать именно так. Поэтому мы самым малоабразивным буром будем работать с белой маркировкой. Okay. Просто еще раз финишно заполировывая и... Он без воды? Да. Немного будем работать. Депилизировать можно лоскут, да? Нет? Можно по лоскуту? Да. Слушайте, ну я работаю не физиодиспенсером, естественно, обычно, а работаю на обычном микромоторе. На средние обороты, где-то, ну, может быть, на 2-3. Небольшие, не абразивные. Мягкие ткани, вообще даже есть такая техника, угу. Бирютаж называется. Ничего с ними не буду. Смотрим, что у нас с мобилизацией. Еще, наверное, хотелось бы мне, да? Вот это в этой да, зоне. Уздечку здесь не надо. Нет, зачем здесь? Еще хорошо, что уздечку не надо мне разрезать лишнего пациента. Немножко смещаете голову. Мы же расщепляем. Задайте вот щепоту. Уздечки далеко. Что вы делаете?
Вот я на скальпеле сейчас просто очень наглядно, не знаю, мне видно, я не знаю, насколько видно вам. Не-не-не-не-не, уберите вот рисунком. Угу. А, видно полный лоскут, расщепленный. Он по цвету отличается даже. Белый, толстый, такой плотный кожа, а там сверху он идет расщепленный. Но я лично перфорировала слизистые периодически, поэтому это не самая приятная вещь. Потом, ну, ее, конечно, можно ушить, там все понятно. Это не всегда бывает, обычно, если надкусницу рассекаешь, то обязательно выйдет, да?